Дорогие коллеги, мне очень приятно сегодня в этих стенах поздравить вас с нашим профессиональным праздником, Днем медицинского работника. Я не зря сказал об этих стенах. Это старейший музыкальный театр Москвы, созданный Станиславским Немировичем Данченко. Этот театр носит его имя этих двух чудесных режиссеров. И в следующем году этому театру исполнится 100 лет. Наш праздник гораздо моложе, но тем не менее и мы хотим отпраздновать его достойно. Поэтому вот уже второй год мы не просто поздравляем друг друга, а мы отмечаем его вместе с нашим чудесным партнером Геликон Оперой, ее главным режиссером Дмитрием Александровичем Бертманом, и создаем фестиваль, который называется «Медицина как искусство». И это действительно так, потому что, когда меня спрашивают, медицина – это наука или искусство? Медицина – это, конечно, искусство, которое просто использует самые последние достижения науки. Поэтому я желаю вам здоровья, благополучия, ну и, конечно, здоровья вашим пациентам. Спасибо.